Материнство буває різним. В Одесі відзняли фотопроект, присвячений Дню матері. В акції «Радість материнства» взяли участь 7 фотографів та 20 багатодітних сімей, які поділилися своїми історіями. Проект покликаний привернути увагу до проблеми родин, які через певні обставини не можуть мати дітей. Фотосесії проводилися протягом 3 днів. Такое количество семей откликнулось, что мы даже не понимали, как их всех можно взять для участия. Но мы же не просто хотели сделать фотопроект, мы хотели, чтобы каждый рассказал историю появления ребенка. И там есть такие истории, на самом деле. Мы читали их, мы просто плакали. До глубины души трогают. Есть истории, когда люди ждали ребенка 8-10 лет, и они уже думали, что они не могут иметь детей. И после этого у них детки появились. Кто-то усыновил детей, кто-то показывает своим примером, что можно иметь много детей, быть счастливым, успешным, реализованным. Но, конечно же, семьи каждая проходила через свою какую-то сложную ситуацию. Да? Мы видим красивые улыбающиеся фотографии, но мы понимаем, что за этими фотографиями идет обычная жизнь. Я сама многодетная мама, поэтому тема детей для меня всегда очень волнительная, очень важна. И поэтому, когда я узнала тему этого проекта, мне очень захотелось к нему прикоснуться немножечко, внести свою лепту. Вот. Я очень надеюсь, что мои фотографии не смогут передать вот ту атмосферу счастья, которая в каждой семье есть. Может быть, это кого-то вдохновит или поможет принять какое-то важное решение. Вот у меня сегодня 3-я семья будет, там 10 детей. Это будет у меня такой новый опыт. Вот. Обычно семьи приходят 1-2 ребенка. Вот. Такие. Ну, я с детьми очень люблю. Мне намного проще работать с детьми, чем со взрослыми, потому что они такие естественные, они раскрепощенные, взрослые рядом с ними тоже становятся естественные, вспоминают свое детство и радуются жизни, поэтому фотографии получаются прекрасные. Ірина взяла участь у фотопроєкті як фотограф, а трохи пізніше погодилася показати на камеру і свою родину. Во-первых, это, знаете, даже, наверное, вот действительно пример того, что, знаете, вот люди одного ребенка не решаются родить, так в каком-то паническом состоянии пребывают. Вот когда у тебя сразу двое, у нас близнецы, да. У нас же мальчики-близнецы, и Арина маленькая, мы ее родили уже через 10 лет, это уже было, скажем так, еще более взвешенный, да, там, подход. Подход к этому делу. Мы мальчиков хотели родить сырой, ну, мы не знали, что их будет двое, да, это абсолютно, как бы, Бог дал. Вот. А Аришку мы уже рожали, как бы, в коллектив, уже понимаю, куда они придут. И это был желанный ребенок для всей семьи, так сказать. Да, мальчишки очень тоже, кстати, мы провели там с ними политическую работу, они сказали, что да, мы хотим, нам нужна маленькая сестра, мы согласны на все. Я всегда, вот, скажем так, был готов к тому, что у меня когда-то будет какой-нибудь брат или сестра, и что за ним придется ухаживать. Ну, все-таки, знаете, это как для будущего, потому что в будущем... Брат и сестра. Да, у меня в будущем будут дети, и, соответственно, младшая сестра – это, можно сказать, тренажер. С ней легко находить довольно-таки общий язык, потому что, вот, когда я уже сказал, мы всегда росли вместе, и находить как-то... Общие темы для разговора было всегда легко. Ну и с сестрой тоже вот мало что поменялось. Для майбутньої фотовиставки сім'ї підбиралися абсолютно не схожі одна на одну. Головне – історії, які транслюють учасники. Моя младша дівчинка, вона якраз, ну так скажем, Господь її спас. Вона була в реанімації півтора місяця. І я коли услышала вот это название «Дар жизни» і ідею, мне захотелось поделиться и рассказать. Действительно, дети – это наше продолжение, и не нужно как-то специально их воспитывать, нужно быть счастливым самому, быть самим собой, а ребенок, он эту честность, эту правду чувствует и является вот таким вот продолжением тебя, улучшенным, трансформированным. Організатори фотопроєкту повідомляють, вже у серпні усі світлини можна буде побачити своїми очима та приєднатися до акції.